О чем сообщают датчики, помещенные в желудок коровы? Насколько они эффективнее ошейников и чипов? И как влияют на рентабельность молочной фермы? В новом выпуске «Агрономики» расскажем о современных информационных технологиях в сельском хозяйстве. Узнаем, насколько выгодно инвестировать в беспилотники и почему выиграют те, кто сделает это раньше остальных. Смотрите «Агрономику» на канале «Мир Белогорья» в среду 29 марта в 20:00. В любое удобное время все выпуски ищите на сайте mirbelogorya.ru или на нашем канале на YouTube.